Клод Мане, Эдгар Дега, Пьер Огюст Ренуар, Ван Гог, Поль Гоген – имена этих художников известны каждому. Но увидеть оригиналы их кисти возможность есть лишь у немногих. А вот 50 копий самых известных работ этого направления доступны сейчас всем жителям Барнаула. Цифровые художественные репродукции сделаны в технике жакле, изображение напечатано на холсте. Когда мы смотрим на работу Мане «Впечатление. Восход солнца», мы слышим шелест волн, мы практически чувствуем, как плывет эта лодочка утром с рыбаками. Видимо, это красный восход солнца. Мы проникаем в эту работу. В этом и заключается суть импрессионизма – изображением передавать впечатление от обстановки, атмосферу. Это одна из причин, почему картины этого направления высоко ценятся и дорого стоят. Выставка показала, что интерес вот к этому течению, интерес к импрессионизму, он у нас в городе есть. Здесь очень много есть и знатоков импрессионистов, и есть, кто любит эти вещи. Импрессионисты вообще сами по себе интересны. То есть свет. Вот, и тем более такая выставка, мне нравится, что передана фактура материала. Такое ощущение, что мазки, что все это натурально. Выставка «Клод Мане. Век импрессионизма» проходит в художественном музее. Она продлится месяц. Экспозиция приехала к нам из Новокузнецка, объехав до этого пол России. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости.